Ребята, всем привет! Привет, уважаемые подписчики! Привет все те, у кого я все еще впереди! Сегодня я запишу ролик о поэтапной мойке виниловой пластинки от начала от приготовления моющего состава до сушки в ультразвуковой ванне, в ультразвуковой мойке и, собственно, от наших недалеких друзей со всем известного рынка. Вот, это видео, в общем-то, попросил меня записать подписчик с ником Меломан Баянов. Собственно, видео посвящается практически тебе. Извини, что так долго, ну, дела. Ребята, в прошлом видео, когда я делал обзор на эту ультразвуковую мойку, я в конце сказал, что разницы я не услышал. Ну, на самом деле, я соврал, действительно, потому что разница потом была, я записывал эти треки, там была машина времени, по-моему, я ее отписал, потом прослушал уже в наушниках разницу я услышал. Но большую разницу я услышал, когда мыл пластинки не обычной водой дистиллированной, да, а когда стал мыть пластинки уже каким-то моющим составом. Много читал, много гуглил о том, какие составы применяют, что досыпать, что не досыпать. В итоге даже пошел купил спирт, там литр, но что-то спиртом побоялся как-то мыть. Вот, все профессиональные составы, которые есть на рынке, ну, они стоят, честно говоря, денег. Не думаю, что там что-то особое сверхъестественное, хотя единственное, конечно, нужно будет еще побороть вопрос впоследствии с антистатической обработкой винила. То есть, ну, все равно ультразвук, конечно, отмывает, но потом налипает пыль. Так вот, перед записью этого видео я отобрал 4 пластинки, записал их на компьютер в формат WAV. Их я выложу, внизу ссылочка будет на облако записи до и записи после. Записывал, значит, я на электронике 0.17 на виниловом проигрывателе с головой от T95 аудиотехника через самодельный ламповый винил-корректор. Компьютерная часть — это звуковой интерфейс Focusrite Scarlett 3-го поколения, ну и, собственно, программа Adobe Audition. Я взял пластиночки, значит, следующие. Взял альбом Флойда. Этот альбом, по-моему, сейчас даже посмотрю. Это не первопресс, но, в общем-то, неплохая запись. Это Columbia. Писала в 75-м году. Пластинка у меня достаточно давно. Ее я не мыл ни разу. Вот решил просто помыть, послушать, будет ли разница. Следующую пластинку я взял Scorpions альбом Crazy World. Оттуда я записал Wind of Change. Это 90-й год, Polygram Records, Mercury, студия записи. Ну, посмотрим. Эта пластинка у меня, по-моему, была жертвой экспериментов мытья винила детским мылом в теплой воде. Вот. Ну, в общем, послушаем разницу. И недавно я приобрел 2 винила. Значит, это Manfred Mann Aired Band Solar Fire. Это альбом 73-го года, запись 73-го года, один из оригиналов. Ну, не думаю, что с 73-го года его кто-то мыл. Попробуем. И приобрел альбом Deep Purple, Made in Japan. Запись, сейчас скажу, кто. Значит, это у нас Purple, 72-й год, Германия. Ну, лейбл Purple, что ли. Ну, короче, не суть. Хорошая пластинка, интересно послушать ее после отмывки. Что ж, перейдем к вопросу приготовления моющего состава. Для этого нам понадобится тот состав экспериментальным путем, который я подобрал, и в принципе он меня удовлетворил. Я очень хочу показать, если удастся, один раз я это увидел, после этого состава я отмыл 2 пластинки, не очень грязные на самом деле, я увидел вообще осадок. Просто какую-то, я не знаю, пыль скомканную. Ну, короче, прям вот эффект мойки, я его обнаружил.
Я надеюсь, что сегодня это получится. Готовим сначала. Нам нужна дистиллированная вода. Нам нужно ее 10 литров. Соответственно, 5 литров мы заливаем с химией, 5 литров заливаем потом, чтобы отполоскать пластинку. По поводу воды, не будем подаваться в какую-то эзотерику. Я взял обычную воду в автомобильном магазине. Там 70 рублей бутылка она мне досталась. Я думаю, что вот за глаза чистая, хорошо. Особо гурманы могут, я не знаю, там талую воду подготовить, летом с кондиционеров собрать конденсат. Ну, короче, тут уже глумиться можно по-разному. Самое главное, чтобы она была чистой, без примесей. Так вот, 10 литров дистиллята. Потом я использовал MV Log. Рекламировать не будем. У меня была заначка, мне подгоняли лимонную кислоту. Ну, вид у нее не очень товарный. Я добавлял лимонную кислоту. Сейчас примерно попробую, сколько по весу. И, в общем-то, еще момент хочу сказать. Я доработал немножко голову. Я взял шим-контроллер скорости моторов. Подключил его к этой голове, потому что родная скорость у него, ну, очень быстро пластинка крутится, она не успевает замочиться. В общем-то, пластинка не бывает долго, как хотелось бы, в ванне, когда моется. Ну и когда сушится, с нее не успевает скатиться вода, то есть он ее просто разгоняет по кругу. Короче, много оборотов, тоже сейчас покажу разницу, я думаю, это все мы увидим. Итак, берем дистиллят. В дистиллят, во-первых, сейчас я часть солью, краник закрыт, поехали. Пойдет, я включу машинку, чтобы она подогревала воду. У меня стоит 35 градусов экспериментальным путем, больше ставить я не стал. Но фишка в том, что в процессе мойки ультразвук догоняет температуру еще градуса на 4. То есть где-то 39-40 вода в итоге остается. Вот у меня заданная температура 35 градусов. Потихоньку что-то там она греет, не греет. Короче, нажмем head и посмотрим, что происходит. С остатком воды я доливаю сюда два колпачка МВ. Я не думаю, что это много. А потом полоскаю. Налета никакого не остается. Хотя, ну, давайте попробуем начать с одного колпачка. Самое главное, чтобы была пена. Мне очень трудно сейчас определить, сколько колпачков я лил, потому что прошлый состав я готовил на глаз. То есть экспериментальным путем. Сейчас я просто буду его повторять. Пытаться. Так, залил один колпачок. А ну-ка. О! Ну, в принципе, одного колпачка вполне достаточно. Газировка у нас появилась. Размешалась, пена есть. У нас на ощупь, ну, на ощупь вполне мыльный состав. Все, один колпачок МВ, и сейчас буду пробовать повторить, сколько же я добавлял лимонной кислоты. Она у меня немножко посырела, но я взял для наглядности чашечку. Такую раздают при заказе суши роллов. Вообще очень удобная, уникальная. Вот я взял весы. Сейчас я попробую на глаз представить, сколько же там был вес. Ну, давайте. Наверное, мы сделаем что-нибудь ровное.
полная. И шарахнем. 10 грамм. А, думаю, хуже не будет. Ничего не случится. Никому она еще не вредила. Винилу тем более. Про лимонную кислоту мне подсказала старая школа. Та, которая еще не знала, что такое ультразвук при мойке пластинок, которые мыли классическим методом, то есть в тазике, какой-то щеточкой. Вот. Ну, как бы я очень благодарен за эту подсказку. Да, похоже на то, похоже на правду. Растворяем. Лимонную кислоту мне подгоняли с одного завода. Ну, она в таком виде, в общем-то, продается в магазинах. Проблем нет. То есть это получается не, ну как, она пищевая, но не та, которая продается там в пакетиках по 5 грамм. Вот даже в интернет-магазине я недавно нашел, потому что мои запасы иссякли. Нашел недавно эту кислоту, там получается 600, какие 600, 300 или 400 рублей за килограмм. То есть, ну, я как бы не задумываясь ее взял. Размешали. Выливаю всю пятишку. Здесь в ванне есть верхняя метка. И вот как раз примерно по эту метку лазит эта пятишка. Хотя почему-то китайцы заверяют, что это ванна 6,5 литров. Вот так пусть это будет. Но пол меня кинули. Так, 23-22 градуса, значит, пока она догревается, будем вешать пластинки. Ну, приступим. Теперь тот бутерброд, который был в комплекте, значит, это вот эти вот колечки защитные, соответственно, двое из них, резинка с одной стороны. Поехали. Раз. Я прошу прощения. Под нее мы ставим вот это вот резиновое колечко. Вал болтается, но не знаю, я на это внимания не обращал. Там, в общем-то, есть шестигранник, а можно подтянуть. Посмотрим. Так, я думаю, что первым у нас пойдет Pink Floyd. Пластиночка, попробую показать, ну, подусранная, это видно, зеркало, в общем-то, на ней маловато, есть царапинки, но посмотрим. Раз, первый пошел. Ставим прокладку. Что я заметил, вот эти вот резиновые колечки, за ними надо следить, они спадают. Раз, приехали. Флойд ушел. Далее предлагаю поставить скорпов. Первый раз на самом деле буду ее заряжать на полную. Скорпы Меркьюри, ну да, 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 да. Сейчас они будут отмываться. Первый раз заряжаю все 5 пластинок. Посмотрим, самому интересно. Ставил обычно через промежуток, чтобы был зазор какой-то. Ну, сейчас будет. Так, теперь к нам идет Manfred Mann. Лейбл Bronze. Island Record. Серия Bronze. Есть. Расставочка. Есть. И закусим мы пеплом. Все равно хотел их помыть. Не думаю. Он, конечно, в чистом состоянии. Я не думаю, что я что-то особо усугублю. И уж точно я не уверен, что прежде хозяин их вот прям отмывал.
Первый минус, сейчас обращаю внимание, то что вал, шкив закончился, пластинка сейчас уже сидит на резьбе. Ну, попробуем, в принципе, нам это на качество мойки не меняет, не влияет особо. Есть, зарядили. Финалочка. Колечко. И барашек. Держим вал. Затягиваем. Тоже не думаю, что до фанатизма тянуть на самом деле страшно. Но, в общем-то, яблоко все равно намокает. Ну, вроде хорошо, вроде ровно. Можно подтянуть еще немножко. Оно крутится, я не знаю куда, но оно крутится до бесконечности. Нет вот этого ощущения, и остановились, все. Так, что у нас по воде? 22 градуса. Ну, пусть тогда, наверное, да. Хотя, в принципе, ну что, будем пробовать опускать. Опускается практически до конца. Выходную дорожку не думаю, что нам сильно интересно мыть, поэтому чуть-чуть вытащу, затягиваем, смотрим. Ну, ничего нигде не упирается, все хорошо. Я думаю, что, наверное, можно их чуть-чуть покрутить, чтобы они подзамочились. Я включаю моторчик. Вот, это 35% скорости он мне показывает. Вот, смотрите. Вот это сотня. То есть скорость, ну, по-моему, достаточно быстрая. Пластинка не успевает замочиться. То есть, ну, она просто едет. Я думаю, что можем оставить вот так 30-ку. Можно даже поставить 25%. Процентов от первоначальной скорости, и вот теперь, честно, мне это нравится больше. Ну, бутерброд весь прошел, да, оно прям действительно замачивается. Это хорошо. 24 градуса. Ну что ж, хорошо. Вода догрелась до 29, пластинка замочилась, я думаю, нам этого достаточно. Будем включать саму мойку. Значит, я ставлю время 15 минут. В принципе, только глубоко грязные пластинки, забитые песком, приходилось ставить второй раз. 15 минут, ну, за глаза. Мощность я ставлю, ну, по привычке, чтобы не максимум, чуть-чуть открутить. Здесь есть еще конкретно в этой машинке интересный режим. Режим Degress, по-моему, ультрасоник этой кнопкой включается. Режим Degress, короче, режим кавитации. Мыл я с ним, в общем-то, интересно, но для чистоты эксперимента сейчас я его включать не буду. Ну, не у всех он может быть потом в наличии. Собственно, 35 установлено, 30, сейчас она будет работать, догреется быстрее. Скорость есть, 15 минут, ну, поехали. Ну что ж, 1/3 мойки выполнена. Теперь
Я останавливаю вертушку, поднимаю пластинки. Так вот, сливаем сейчас моющую жидкость, ее можно использовать потом еще несколько раз. Я поставлю камеру, может быть, получится показать осадок, если он там будет. Для слива у нас есть специальный краник. Перед тем, как сливать, выключаем машинку. Потому что у нас есть подогрев. Можно его забыть выключить, и тогда машинка начнет излишне жарить. Когда катишки начинают сливаться, вот они. Ну, в общем, не очень хорошо, но осадок на ванне все же виден. Я надеюсь, это не лейзи высыпалось, а это реально была грязь. Я слил воду, я постарался показать осадок. Ну, а теперь процедура полоскания. Для полоскания заливаем чистого дистиллята. Также пятишечка. Опускаем пластинки. И здесь я не вижу смысла включать ультразвуковую ванну. Здесь я просто включаю прокрутку пластинок. Кстати, суть медленного вращения, на мой взгляд, в том, чтобы все эти пузырьки схлопнули. И вот я так думаю, что когда у нас поверхность вот тут будет выходить ровная, ну, обычно я оставляю минут на 10, вот, но мы видим, что уже пузырьков нету, сейчас она тупо полоскается. Минут 5 она еще покрутится. И будем сушить. Выключаем. Сливаем чистый дистиллят. Процедура мойки как ни крути, а все равно достаточно мокрая получается. То есть, ну, на полу, на линолеуме у меня все равно есть капли воды или конденсат от бутылки, или где-то переливал, или капнула со шланга. Короче, ну вода остается в любом случае. Вот, кстати, на сливной кран китайцы еще положили сюда хомутик. Хомутик я так и не закручивал, то есть шланг достаточно жестко сидит на трубке, ну, не капает с него ничего нормально. Все, у нас осталась процедура сушки. Я чуть-чуть пластиночки достаю, чтобы видно было. Вот, и опять же, почему я уменьшал скорость мотора? Потому что на большой скорости сушка не происходит. Капельки просто мотаются по пластинке. Ну,
пока пластинки сушатся, я думаю, можно это видео заканчивать. Сейчас 15-20 минут, пластинки прокручиваются, с них уходит вся вода. Потом пропитывать тряпкой, чем-то, досушивать их уже не надо. То есть пластинка, в принципе, получается вся сухая. Для того, чтобы закрепить эффект, также у китайских друзей я приобрел вот такой набор конвертов. Конверты, как убеждают китайцы, антистатичные. Ну, как раз попробуем, потому что конверты с пластинок, ну вот пепел, он, допустим, в полиэтилене. Manfred Mann — это уже бумага просто, а бумага, учитывая, что пластинка хрен знает кучерявого года, 73-го, я думаю, что бумага, она все-таки будет сыпаться, она немножко нам винил засрет. Скорпы. Вообще конверт бумажный, напоминающий газету. Вот. Ну а Floyd, здесь был вот такой вот фирменный конверт, который уже даже с отверстием. Поэтому я дополнительно, я, конечно же, сохраняю все эти конверты, но дополнительно после сушки я уберу пластинки в чистые конверты. Но перед этим отписываю результат после. Видео, музыка до и после в формате Wave будет находиться ниже по ссылке на облаке. Ну что ж, какие-то вопросы, предложения, может быть, кто-то подкорректирует моющий состав. Делитесь комментариями, услышали ли вы разницу в звуке. Я убежден, что разница будет. Может быть, не на всех пластинках, потому что, ну, чисто визуально, допустим, Deep Purple пластинка, она, в общем-то, была относительно чистая. Но вот сейчас я хочу сказать, что, ну, глаз она радует больше на самом деле. То есть, ну, вот как-то поярче, что ли, она стала. Ну, в общем, это мы все услышим. Эти записи я буду сохранять, поскольку следующее видео будет по замене головки по предварительной настройке. Я приобрел головку Artophone M2 Red. Я ее хочу установить на электронику 017 вместо своей аудиотехники 95. Ну вот, я надеюсь, что следующее видео будет об этом. Подписывайтесь. Благодарите, смотрите рекламу видео. Удачи!